Система 112 Московской области стремится быть максимально удобной для тех, кто нуждается в помощи. На сегодняшний день доступны 5 способов связи с операторами службы. Об этом информационному агентству РИАМа в Люберцах сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Чтобы обратиться за помощью к операторам службы, каждый может выбрать наиболее удобный способ связи. Скайп, смс-сообщения, звонки, в том числе с телефонов без сим-карт, а также сигналы, поступающие с оборудования «Эроглонас» и через мобильные приложения. Выбор за вами. Самыми популярными до сих пор остаются телефонные звонки. На них приходится 92% от общего количества вызовов. Далее смс системы «Эроглонас», который сообщит о ДТП, если ваш автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. И завершает список способов связи мобильное приложение. Отмечу, в работе подмосковной службы 112 задействовано более 3500 специалистов. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.